Увидеть и услышать их вживую нужно хотя бы раз в жизни, чтобы понять, что такое настоящий русский рок. Легендарная группа «Ария», команда, которая достигла вершины успеха и играет уже 30 лет. Их выпускали на пластинках, их песни переписывали с кассеты на кассету. Они перешли в цифровую эпоху, и их музыка разлетелась многомиллионными тиражами в интернете. За 30 лет «Ария» сама прошла несколько эпох. Сегодня это образец русского рока, пример невероятного мастерства. За время существования группы в «Арии» успели поиграть 15 музыкантов. Солистами в разное время были легендарные личности. Валерий Кипелов, Артур Беркут. Сегодня лицо, а главное голос «Арии» Михаил Житников. «Ария» во главе с ним уже второй раз. Хочется пожелать искренне оторваться на концерте, получить удовольствие, то, которое они ожидали. Группа буквально недавно отпраздновала свое 30-летие. Мы сейчас продолжаем сегодняшние программы и фактически продолжаем праздновать этот большой для нас праздник. Надеемся, что то настроение, тот заряд бодрости и энергии, который мы привезли в ваш город, передастся нашим поклонникам, которые сегодня будут на концерте. Группы «Мастер», Кипелов, Маврин, Артерия, Артур Беркут – это те, кто в свое время откололись от состава, так называемая «семейка Ария», схожие по стилю команды. Семейной можно назвать и целую расу поклонников – арийцев. «Ария» – это то, чем делятся с близкими людьми, музыка, которая живет в крови. Вот именно на концерте группы «Ария» я почувствовала, что такое настоящая свобода, душевная, духовная свобода. Хакасия встречает «Арию» Хакасским Новым годом и подарками. Здесь изображена очень мощная, да, национальная такая личина. Шаманка с волчицей. Ну, это можно прям на руку бить такой. В трек-листе сибирского тура «Арии» новые песни и композиции, которые знают наизусть миллионы россиян. Команда постаралась не обойти даже маленькие города и подарить поклонникам 2 часа качественного русского рока. Это вечные хиты. Елена Крылова, Сергей Казьмин, «Вести», Хакасия.